Ребята, всем добрый день. С вами Влад. И хочется сказать, как обычно, то, что сегодня мы будем играть в игру Zero City, но нет, сегодня мы не будем играть в игру. Сегодня я хочу поговорить с вами о интересной теме, и это тема конкурс. Творческий конкурс, который я давно очень не проводил, поэтому хочу его анонсировать. У вас, конечно же, сразу же появится вопрос, что нужно будет делать и где. Где это делать? Это будет проходить все в Telegram-канале. Вы можете найти ссылку в описании под видео, также на экране. И также вы можете увидеть QR-код, по которому вы можете зайти в группу. В группе есть чаты как для русскоязычных, так и для англоязычных игроков. Награда в конкурсе — это 1000 крипты. Победителей 15, но 1000 крипты не будет делиться на 15 человек, конечно же. То есть каждый победитель получит 1000 крипты за победу в этом конкурсе. Условия конкурса достаточно легкие. Что вам нужно сделать? Вы обязаны подписаться на мой канал, конечно же. Также войти в группу Telegram-канала. Как вы видите, опять же, QR-код у вас на экране. Дальше переходите в раздел творческого конкурса, и вам нужно выложить фотографию. Какую фотографию? Новый год и Zero City. Что нужно? То есть обязательно на фотографии должен быть девайс, устройство, на котором будет открыта игра. Могу подать вам несколько идей для этого, но эти идеи будут, конечно же, написаны в Telegram-канале, то есть чтобы вам просто, к примеру, облегчить задание. Вы можете придумать что-нибудь свое, индивидуальное, которое будет совсем уж уникальное. И 27 числа, 27 декабря, мы разыграем крипту. То есть работы будут приниматься до 26 числа. На данный момент это все. Всем большое спасибо за просмотр. Присоединяйтесь к Telegram-каналу и участвуйте в конкурсе. И всем пока-пока!